accept it all. Our plan worked perfectly. The Zerg defenses are broken, and the way to the Overmind is laid bare. The time for our stand has come. Indeed, my friends. This is our final hour. Not all of us may survive the coming conflict. Yet, death may be a blessing should we fail here. We seek now to destroy a foe that has ravaged its way across the universe, consuming all in its path. And now, it has reached the end of its long journey. The Overmind has come to destroy all that we hold dear, and assimilate us into itself. And I say to thee, this shall not come to pass. Ire shall not fall. Executor, I stand ready. As do I. Well, I guess all I have left is to see this through. The Zerg have taken everything from me. My home, my family, my friends. I know that nothing I do can bring those things back. But I'll be damned if I just sit on my hands and wait for the end. I want a piece of them, all right. I'm in. Then let our actions speak for us. For Adun. For Ire! Executor, Tassadar, this comes too late to you. But the Conclave has witnessed your defeat of the Cerebrate. They know now that they cannot deny the necessity or the valiancy of your actions. We sought to punish you, while it was we who were in error. You represent what is greatest in us all, and all our hopes go with you. Entaro Adun, brave sons of Ire. Wow. Does that mean they're gonna send some backup for us? Здравствуйте, с вами снова мистер Снейк. Продолжаем проходить StarCraft. И это последняя 20-я миссия как за протосов, так и последняя миссия в самом StarCraft'е. По идее, она должна быть самой сложной. Ну, оно, наверное, таковой и является, потому что я запарился, честно говоря, следить здесь за двумя базами, отстраивать их одновременно. Мне вообще не хватало моего АПМа, чтобы заказывать армию не просто там чисто за ТОСов, а за обе стороны. Вот, пришлось даже запись видео переключить на 60 FPS. Я, правда, не понял, помогло мне или нет. Видео-то больше стало весить, а вот все равно было такое ощущение, что игра жутко лагает, и я жутко не успеваю просто за текущей игрой. Но, тем не менее, сыграл как сыграл. Даже не знаю, если бы переигрывал, получилось бы лучше. Мне кажется, все равно бы хуже бы получилось. Втыкал бы, если не в одном бы месте, то в другом. Вот, не было даже у меня определенной какой-то страты. Я попробовал пару раз сыграть. Естественно, свои жуткие просто завтыки я останавливал на половине и вырубал нафиг, рестартил миссию. Вот, но понял я по первым там 15 минутам игры, что имеет смысл занять здесь вообще, если не все нычки, то хотя бы половину. Потому что зерки, ну, не особо так сильно агрессивны в первые 10 минут игры, позволяет вам спокойно развиваться. Это значит, что помимо того, что вы можете пойти в какое-то техническое развитие, вы можете также занимать кучу баз и потом спокойно развиться, там, отбиться везде, потому что они обычно нападают, ну, в две точки одновременно, могут и в одну, конечно, но желательно, чтобы у вас везде была защита, потому что нападают они совершенно рандомно, нельзя предсказать, куда они пойдут при следующем рестарте. Вот, и поэтому я и сыграл в такую, ну, не очень правильную страту, то есть скопился, напал и вынес. Вот так вот. Вообще, я в такую страту, конечно, не люблю играть, но здесь по-другому и смысла не имеет, потому что у зергов действительно очень большая армия там стоит в середине, и которую пробить не так уж просто. Например, если вы попробуете сыграть здесь в карьеров и полетите туда раньше, чем у вас будет, ну, допустим, я не знаю, штук 12, наверное, то уже столько там огребете, потому что там куча просто скоржей, которая собьет добрую часть ваших батонов, и гидра, которая просто нон-стопом там появляется. Мне кажется, там просто идет доварп ниоткуда, благодаря скриптам иногда даже, но так как я не играл с открытой картой, поэтому я не знаю, заказывается ли комп так неплохо, что постоянно добавляет утерянных скоржей.
то ли действительно там на него работают еще и скрипты. Поэтому я плюнул на воздушные войска, потому что это бессмысленно тягаться против скоржей. Я сыграл по стандарту через землю. Вот, также я, в принципе, оценил, что бестолку играть через пси-штормы, потому что, ну, рандомные достаточно нападения от зергов небольшими армиями такими, и штормить там особо нечего, поэтому Грейд даже не стал заказывать. Вот, ну, штормеров я делал, чтобы замутировать их в архонов, потому что они очень эффективны будут, потому что там есть неплохие такие кучки, как и муталисков, в общем, так и гвардов, которые легко контрятся как раз архонами в Старкрафте. Ну а все, что я сделал за тиранов, это поставил какие-то технические здания на будущее, чтобы сделать им максимальные грейды, и в принципе практически любых юнитов была возможность заказывать, и в общем-то все, на большего мне АПМа не хватило. Ну, естественно, я его сливал еще на то, чтобы постоянно следить за своими рабами, и чтобы они у меня все время добывали, то есть ставить новые базы, заказывать новых рабов, вот, так что... А завтык именно произошел с тем, что я вообще почти что не заказывался за расу тиранов. Ну и, в принципе, и пофиг, все-таки за протасов мы играем, правильно? Где здесь есть нычки? Нычки здесь есть просто везде вообще. Потрясающая карта, она, правда, большая, вот единственный ее минус, и неудобно следить за ней, но это еще не самый максимальный размер. Вот, но нычек здесь просто огромное количество, и можно сыграть вообще в любую страту. То есть, можете даже в батонов плюс... батлкрузеров играть вам вполне хватит, что минералов, что газа. Ну, только, конечно же, вам нужно будет защитить как-то свои базы, и обычно они защищаются при помощи самых простых туреток. Чаще всего путешествует именно мута, старается вас убить, но также вот и гидра приходит. Протосам-то в этом плане проще, потому что фотонки контрят и то, а вот тиранам следите за этим повнимательнее, где-нибудь можете и танки разложить, где-нибудь, может быть, даже бункеры воткнуть, если вы также решаете сначала поставить кучу баз, а потом только строить армию, если играете, в принципе, ну, как обычно, то есть и армию заказываете, и потом, когда свободное время появляется, и базу так под шумок при очередном нападении, то там, в принципе, сами придумайте простой способ, как можно защититься. Можно там отрезать, в принципе, зергов на всех рампах, поставить бункеры, чтобы они просто никуда не могли подниматься, а на ваших базах поставить туретки, чтобы защититься от всех воздушных войск. Можно даже вот что-то типа того разыграть. Я сделал по первому варианту. Почему я сказал, что я не люблю играть в такую стратегию? Ну, на самом деле, просто она выглядит не очень эффектно из-за того, что, ну, первые 10 минут фактически ничего не происходит, кроме того, что идет заказ каких-то новых баз и рабов. Вот, также еще может копиться газ и минералы, что, конечно, не очень хорошо, но пофигу, потому что они потом быстро потратятся. А если вот кто-то вам в мультиплеере дает такую возможность халявить, то это, конечно, просто прекрасно, потому что если халявите вы и при этом не халявит ваш противник, но и не нападает на вас, то есть не наказывает за вашу халяву, то потом он от вашего бешеного до заказа никак не отобьется. Потому что вы будете заказываться там просто с десяток каких-то бараков, гейтов там или еще чего-нибудь. Вот, а он там всего лишь с нескольких штучек. Поэтому в мультиплеере очень важно знать, что делает ваш противник. Идет ли он именно в какую-то армию или пытается халявить. Если он это делает, то стараться его, естественно, наказать или пытаться перехалявить. Что, конечно, тоже прикольно, но часто бывает фейлово. Поэтому халявит обычно так же, просто вот в современном Старкрафте, ну, понятно, что в него уже давно никто не играет, но вот когда играли еще последние года, там, 2011, там, 2010 год, до того научились хорошо отбиваться, что зерги делали следующую страту, они заказывали 3 хэтчери до пула, вот, и при этом никто не пытался даже никак их зарашить, хотя даже если знали, что, скорее всего, зерг на этой карте будет играть в подобную стратегию, просто из-за того еще и сами, что карты были достаточно большие, вот, и бежать было далеко, и, в принципе, к тому времени, если вы, ну, так, средненько пушите, непонятно по какому таймингу, то зерк мог легко отбиться, пока вы там добредете через всю диагональ. Вот, поэтому играли с такими зергами спокойно в макро, ставили свои нексусы там и CC,
Вот, ну, раньше на таких вот более, наверное, мелких картах, в годах, так, может быть, 2004, так или раньше, может быть, даже чуть позже, спокойно просто играли в два барака, и Зилоты, и Страты это частенько прокатывало, а вот в более позднем Старкрафте такого же увидеть практически было невозможно. Ну, это что касается, конечно, профессионального Старкрафта, потому что в непрофессиональном можно было делать хоть что, и от Страты два барака с центра, ну, может быть, не за Протасов, а за Тернов, было достаточно трудно отбиться на низком уровне. Поэтому на Эсикапе и не такое можно было увидеть. Кстати, не рассказал вам еще об одной механике заказа у Протасов. Почему вот, когда Протасы ставят здания, то они не возводятся, а появляются вот такие какие-то непонятные синенькие кружочки. В общем, если самыми общими словами объяснить, то все здания протосов, они уже созданы и находятся на Аюре. А пробки создают специальные такие, ну, что-то вроде портала, короче говоря, который позволяет прям телепортировать это самое уже готовое здание с Аюра в нужную вам точку. Ну и по такому же принципу работают гейтвеи и старгейты протосов, то есть никакие, в общем-то, их юниты не создаются, может быть, кроме рабов, вот, а телепортируются уже из каких-то там родных планет, если это наземные войска, или с высоких орбит, если это воздушные войска. Вот таким вот образом протосы строят свою армию. Кстати, еще раз уже заговорил об этом, как появились энергетические щиты у протосов. Ну, изначально их не было, естественно. Вот, потому что, ну, сами они их генерировать не умеют, но некоторые в эпоху раздора научились создавать такие вот непроницаемые энергетические щиты благодаря своим пси-способностям, а затем ученые Конклава там и, ну, тамплиеры научились создавать уже энергетические щиты именно, используя генераторы индуцированного пси-поля. И это позволило окружать защитой даже самых крошечных роботов. Вот, как вы можете заметить, даже пробки окружены небольшим количеством щита. Ну ладно, сейчас я уже выйду в атаку, потому что заказал кучу гейтов. Есть куча минералов, на которые можно заказать где-то там около лимита армии. Вот, поэтому как только сейчас гейты достроятся, то будет просто массовый заказ. Пока закажем драгунов, потому что одними зилотами там делать, в общем-то, нечего. Также все ралли-поинты лучше, конечно, собрать, но из-за того, что гейтов много, то приходится вот по каждому протыкивать. Все их не забиндишь, к несчастью. Вот. А во втором Старкрафте сделали упрощение, и здания, да вообще любые здания можно делать на один бинт. Просто если вы делаете однотипные здания на один бинт, то вы можете, ну, спокойно заказывать определенных юнитов. А если вы добавляете другие здания в этот бинт, то между разными зданиями приходится просто табаться. Вот. Но это не очень удобно, проще закинуть на разные бинды, точнее, на один бинт только однотипные здания закидывать, вот, чтобы не табаться и не путаться. Потому что вам нужно меньше думать, как именно вам нужно заказываться, и больше думать, как именно нужно расконтролить или какую именно армию нужно заказать. Вот. Чем вспоминать, какую последовательность клавиш нужно нажать для того, чтобы вообще, в принципе, заказаться. Как раз, вот, кстати, гуны вышли к тому времени, как прилетели первые муталиски, которые в прошлый раз, по крайней мере, нападали вообще у меня на базу, которая находится на 12 часах, поэтому я там и туретки воткнул. Ну вот, об этом я и говорил в самом начале. Также заказываем кучу психов, потому что собираюсь я сделать архонов из них. Штормить там, как я уже говорил, в общем-то, нечего, потому что небольшие достаточно отряды, и, в принципе, можно заказать, ну, там буквально двух штормеров, и этого вполне будет достаточно. Ну, ради этого не хочу тратить газ на грейд и следить внимательно за своей армией, потому что, ну, АПМа мне на все не хватает. Также я послал пробку сейчас в нижний левый угол для того, чтобы и там поставить базу. Просто за тем, что сейчас у меня мейн протосовский уже закончен, да и там, в принципе, не так уж много было минералов.
Вот, и тех рабов я перевезу туда. Также и база, которая находится выше Протасовской, она тоже скоро закончится. Вот, как видите, там рабы начинают уже тупить, и их тоже лучше бы сюда перетащить, потому что здесь просто огромное количество минералов. И одного Нексуса, конечно, здесь мало, здесь надо больше Нексусов ставить, но я уже с этим сильно заморачиваться не стал. Кстати, у Архонов есть один грейд, помимо того, что можно изучить в Темпларне Псишторм, галлюцинации, и также можно изучить плюс, по-моему, 50 к энергии Архона. У него становится 250, и таким образом вы можете кинуть 4 шторма, если у штормера накопится полная мана. Ну, в принципе, в затяжных таких макроиграх этот грейд имеет смысл, когда вы не отбиваетесь штормами, но на начальном этапе особо он не нужен. Но вообще, в принципе, по-разному. Люди относятся к этому грейду, кто-то считает, что лучше заказать просто дополнительных штормеров, вот, чем этот грейд, ну и дополнительные войска, но кто-то наоборот считает, что это очень полезно. Просто дело в том, что все зависит от того, как вы играете. Если вы построили штормера и тут же начинаете какую-то агрессию, то есть мана у вас обычно никогда не копится, ну и смысла понятно, что в этом грейде никакого нет. Вот, а если вы играете более так, ну, макристо, не агрессивно, дефенсно, то тогда этот грейд наверняка вам нужен. Ну, тут уже и гидра, скорее всего, наверное, выкопалась откуда-то и пришла просто сюда по скрипту. Потому что Нексус она мне пытается убить, но ее здесь не так много, поэтому ничего она не успеет сделать. Вот, тем более, что одна решила пойти вообще на защиту. Газ весь слился, как видите, достаточно быстро, но минералы не сливаются. И уже практически лимит у меня протасовский. В принципе, разумно было бы здесь навтыкать бараков Затерана, просто обычных самых бараков, и назаказывать целую кучу пехоты. Но дело в том, что здесь у Зерга просто куча слонов, и если особо вашу пехоту не контролить, то толку от нее, ну, особо не будет. Ну, вы чуть-чуть напряжете там красного зерга, базы которого расположены вокруг фиолетового, и база фиолетового это и есть сверхразум, он там находится посередине между несколькими ульями, из которых тоже постоянно идет дозаказ. Вот, но основной армии протасовской вы вряд ли поможете. Если собрать вашу армию в один кулак, конечно, и напасть с одной стороны, то иметь смысла будет больше, но тогда за Тиранов тоже нужно было копиться и ждать еще, ну, минут не 10, ну, как минимум 7, наверное. Опять я свой танк зафокусил зачем-то. Попытался я вот здесь с небольшими армиями выдвинуться, но меня, естественно, там потом заловили достаточно быстро. Кстати, если вы пытаетесь сочетать армию протасов и тиранов, мне кажется, неплохим вариантом будет вместо гунов заказывать танки, например, и голиафы. Ну, то есть не просто вместо гунов, а вместо гунов голиафы, вот, а вместо штормеров и дальнейшее мутирование их в архонов заказывать танки. Так получится сочетание армии намного эффективней. Вот голиафы отлично контрят воздух, даже лучше, чем архоны, потому что их тупо больше у вас получится построить. Вот, и они намного эффективнее драгунов, например, тоже в этом плане. А танки также получше будут смотреться, чем архоны. Но надо будет это все, конечно, дело контролить, и зилоты будут разбираться с более мелкой гидрой и собаками. То есть у Зерга там при таком миксе вообще шансов никаких не будет, но нужно будет нападать одновременно, в общем-то, с одной где-то стороны. Ну, а я под свором тут отдал всю армию Тирана, потому что просто не успел ее вовремя законтролить. Ладно, фиг с ней. Минералы жестко продолжают копиться, слить их даже с такого количества бараков можно, если бы, конечно, у меня не 195 лимита уже было бы. Нам нужно тоже два пилона воткнуть, 5 лимита лишними не будут на самом деле, и продолжать двигаться армией просто здесь через аклик на самом деле, потому что особо смысла здесь даже что-то контролить не особо много. Не так это все убьется, у меня уже грейды там должны быть 2-2 как минимум, ну или 2-1 даже, наверное, потому что я смотрю, у пробки один пока грейд на броню, но скоро доделается второй и третий на атаку тоже. Я помню, что заказывал. Вот, поэтому у зергов грейды и меньше, и они так сольются. Вот. Можно здесь, кстати, использовать более легкую страту, которой я пользовался несколько миссий назад.
это понастроить чего-нибудь жесткого и просто зафокусить Overmind. В принципе, тоже вполне должна здесь работать. Это стратегия, например, архонов или тех же зилотов, чтобы, ну, не отстраивать десятки баз. Ну, хотя какие-то десятки, их всего 6. Можно где-нибудь 7-ю воткнуть, если она есть, я уже просто не помню. Вот этого вполне достаточно, чтобы даже если у вас вся армия умрет, то вот с такого количества бараков да заказать пару раз зилотов и точно уже пронести зерга. Ну, в принципе, на этом миссия запротосов практически там закончена. У меня сейчас зилоты уже фокусить овермайнд начнут. Я в последний момент решу их перевести на другое что-нибудь, чтобы потом красиво зератолом его прийти и убить, но у меня не получилось, поэтому там какие-то гуны случайно достреляли его. Просто чтобы вы поняли, что произойдет дальше, потому что я там в титрах уже буду о чем-то другом говорить. Вот. Овермайнда у нас не получится сейчас убить, мы на самом деле пробьем его только бронированную оболочку, вот эту, а по сюжету понесем большие потери, ну мы их действительно большие такие понесли, хотя у меня все равно 200 лимита, правда, вот, но по идее по сюжету должны были понести мы большие потери, и поэтому произойдет то, что произойдет, чтобы вы не удивлялись, зачем это нужно было сделать, в данном случае Тассадору. И также еще раз напомню, что никто, кроме темных тамплиеров, не может до конца уничтожить, что, в общем-то, мозг зергов, что сверхразум, но Тассадар был обучен способностям темных темпларов, поэтому он убить сверхразум может. Вот. Ну, это в случае каких-то непоняток по сюжету, если у вас возникнут. Ну, а в принципе, сейчас... Через пару секунд бронированная оболочка сверхразума падет, и мы увидим заключительную кат-сцену в миссии в этой. Executor, the Overmind has been weakened. I fear we have sustained severe damage ourselves. I will steer the Ganthrathor into a collision course with the Overmind. If I can channel enough of the Dark Templar's energy through the hull of the Ganthrathor, I should be able to bring swift death to the accursed abomination. Remember us, Executor. Remember what was done here today. May Ardun watch over you. Миссия на этом закончена, кампания тоже, там дальше будет ролик, если хотите его посмотреть, и также титры, я там пару слов скажу, но если вам это не интересно, то, в принципе, на этом часть закончена.
Ну, вот и все. Такой вот сюжет StarCraft'а. Достаточно интересный. Я не играл в эту кампанию лет 10 уже. Проходил ее, в общем-то, школьником. Тогда даже не особо в сюжет вникал. Но тогда он мне еще понравился. Я знал, что он достаточно сильный. Сейчас я его вспомнил, даже кое-что новое для себя прочитал. И, в принципе, сюжет очень даже хорош. Хотя местами слабоват, но это только потому, что тогда никто особо на сюжет ставку не ставил. StarCraft сама по себе отличная игра. Для того, чтобы в ней был даже какой-то хороший сюжет, если вы можете вспомнить старенькие какие-то RPG, ой, в смысле не RPG, а стратегии, то играли в них, потому что геймплей был хорош, а на сюжет, в принципе, всем плевать тогда было. Вот. Дальше, естественно, будет Brood War, это не обсуждается. Вот. А если кто-то смотрит случайно, тот, кто ждет от меня Котор 2, то я напоминаю, что там перед StarCraft'ом было видео, где до сих пор есть голосовалка за то, проходить ли Котор 2 одновременно со StarCraft'ом. Вы еще все можете изменить. А пока там плюс 2 голоса в то, что проходим сначала StarCraft, потом Котор 2. И если хотите, то можете даже новую создать. Суть в том, что вы решаете, что дальше будет. Мне-то, в принципе, все равно с новым дизайном YouTube. Все сейчас ориентировано на плейлисты, поэтому спокойно можно два прохождения одновременно делать. Больше никто не запутается по поиску следующих частей. Вот. Так что отписывайтесь. Спасибо вам за то, что смотрели, за ваши лайки, за подписки. До новых встреч, удачи и, надеюсь, еще увидимся в Брудваре.